Достойное место в ряду крупных ученых Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета занимает заслуженный учитель республики, в прошлом декан факультета русской филологии бывшего Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета Иршат Гафаров, который 27 декабря отметил свой юбилей. Виновнику торжества исполнилось 75 лет. Ну, я по теме историк. Базовое образование у меня русский язык и литература. Остался все-таки верным тому, что в школе очень любил историю, географию. Но какое-то подсознание подсказало мне, надо знать язык. То есть я поэтому поступил на факультет русской филологии. Вот я историк-филологический факультет тогда. Много лет своей жизни юбиляр посвятил науке, во многом став хранителем традиций бывшего гуманитарно-педагогического университета. Теперь Иршат Гафаров с особым теплом вспоминает и рассказывает о своей работе в ВУЗе. 19 лет я работал. Очень хорошо у нас был коллектив. Это факультет русской филологии и литературы. Да. То есть вот. И хорошие у меня, в основном были девушки, хорошие женщины работали. У нас было мало ребят, мало мужчин в педагогическом коллективе. И заодно научная работа. У меня к сегодняшнему дню где-то 13 книг вышли, да, 130 с лишним публикаций различных. В свой юбилей Иршат Гафаров по-прежнему полон творческих сил, обсуждает коллективные работы, принимает участие в воспитании молодого поколения, показывая пример добросовестного изучения научных проблем, при этом деликатно отстаивая свои интересы и жизненные позиции. Коллеги и друзья Иршата Гафарова отмечают его высокий профессионализм, преданность педагогической работе и отличные человеческие качества. Поздравляя Иршата Гафарова с юбилеем, каждый пожелал ему здоровья и дальнейших успехов во всех областях его деятельности. Аделя Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.